Так, всем добрый день. Сегодня 8 мая. Высаживаем маточник и высаживаем малину Маргариту. Оставлял ее себе специально, чтобы посадить. Практически не продавал. Но вот пришло время ее посадки. Это у меня прошлогодняя. Саженцы, вот прошлогодний прирост небольшой был, мы его обрезаем, а это уже новый прирост пошел, вот такой вот саженец. Значит, что мы делаем? Схема посадки у нас тут через 60 сантиметров, через две капельки получается. Сажаем ее сейчас в один ряд, пока что одну капельную ленту. Удобрения никакие не вносим. Я зимой перед культивацией, ну, была вспашка и потом культивация. Перед культивацией я вносил сюда 50 килограмм азофоски, по-моему, удобрения рассыпал. И потом культивировал. В принципе, удобрения тут должно быть достаточно. Если вдруг не будет чего-то хватать, у меня есть капельный подлив, там у меня есть бочка, в которой я могу всегда развести удобрения и внести необходимое удобрение, которое мне надо. Так, значит, ну вот со схемой посадки еще малины не определился. Вон тут ряд, я ее высажу, а тут у меня маточники будут клубники. Здесь у меня участок, ремонтантные сорта, Альбион, Крапа 10, Вивара, Фурор, Фрига высаживаю свое, ну, УКС, которое хранил по технологии Фрига. Также у меня здесь Ада я посадил прям хорошо. Ада кассетка у меня была, маленькую у Игоря взял, посадил. Вот этот самый. Тут, значит, Крапа 10. Там Альбион у меня будет высажен 2000. Вернее, 1000 я высадил, и там еще, ну, еще, наверное, 2000 высажу. Так, тут вот у меня кабрила посажена. Кабрилу кассеткой сажал. Вот эти тут что-то за беда какая-то, сейчас надо отремонтировать. Ой, тут кабрила у меня. Маленькая у меня есть, тут два ряда, но я боюсь, что усов пока дождешься, уже осень. Тут кабрилу чуть пораньше сажали, кассетку. Полностью участок. Кстати, хорошая ягода у кабрилы. Кто там говорит, что кабрила фигня, это все не верьте. Нормальная ягода, красивее ягоды, чем кабрила, я не знаю, еще поискать и поискать. В общем, вот так сажаем. Тут у меня еще один маточник. А, ну, схему посадки. Ну, 1,10 м, чтобы проходил мотоблок на первоначальном этапе. Ну, а потом уже туда ближе, когда усы зарастут, то уже ручная прополка или гербицидная. Там уже как получится. Тут у меня маточник осенний высажен осенью. Сейчас вот думаю, соломки можешь купить. И ягоду еще тут собрать. Брила. Морин столетия. Клэри посадил, кстати. Много. Часто ее просят. Крапа 10. Мурана здесь. В общем, маточники сажаем. Там чуть попозже у меня еще один участок появился. Я думаю, посадим павловню. Весь огород засадим тоже на саженце. Так, сейчас покажу, какие корешки. Пацаны мне, студенты помогают. Говорят, дядя Сереж, ну дай работу. То им на бензин, на мопед заправить нечего, то еще что-то. Приходите. Сажаем. Сейчас вот Флорентина. Флорентина, конечно, шикарная.
Эти белые уже эти пошли. Высаживать надо обязательно из воды, чтобы корешки у нас не заветривались тогда. Приживаемость будет 100%. То есть заветриваете корешки, так на ветру, знаете, как разложат, фотосессию сделают, и потом идут, втыкают разложенные. Пока дойдет время его втыкать, он уже превращается корешок в гербарий. Хорошо, если новый отрастет, но, а может же и не отрасти. Так, ну все, ветер дует, наверное, плохо будет звук. Обязательно ставим таблички с наименованием сорта, чтобы не перепутать. Все. Ох, что это такое? Корень какой мощный. Хрен, по-моему.